Привет, привет. Что сегодня хочешь купить? Клянусь тебе, мы проведем обряд. Ты станешь Тарун Матарой. Скоро мы обретем свободу. Брат, ты хотел меня видеть. Спасибо тебе. Все наши успехи — твоя заслуга. Обещаю, я не забуду сына Махана, когда все закончится. Он гордился бы. Слушай. Золотому пути нужен один вождь. Амита неуправляема. Брат, оглянись. Вот что нужно Кирату. Стабильность, традиции, честь. Но она сомневается в каждом моем шаге. Артиллерия! Аджай, Уткарш под обстрелом! Вперед!
атаковать пушки, обстреливающие Уткарш. Продержись пока сам. Помогите! Солдаты Пейгана идут! Они нас всех перебьют! Не волнуйтесь, сидите и не высовывайтесь! Интересно, что Золотой Путь собирается сделать со всем тем брошенным лесом? Вроде партизанской войны... Аджай, Сабал послал нас на защиту Уткарша! Они идут с востока! Атака с востока! Будет удар! Аджай, в укрытие! Это пушки! Укрытие! Всем в укрытие! Пушки! Уничтожили. Осталось еще две. Сейчас будет новый удар. Готовься! Атака с востока!
Сейчас будет удар. Быстрее, в укрытие! Разбита. Осталась одна. Мы их не найдем, пока пушки не нанесут удар по Утгаршу. Будь готов. Мы остановили их. Ждем следующей волны. Запад! Атака с запада! Батарея уничтожена. Все чисто. Уткарш в безопасности. То, что осталось. Главное, чтоб Хадра цела. Пока она жива, у людей будет надежда, брат. Нужно показать всем, что жертвы не были напрасны.
сюда! Аджай, времени мало. Аджай! Ты все-таки здесь. Тех, кто...
пытался уйти, убили. Те, кто ушел, бездомны. Я помогу. Yeah.
Очередная цель.
Меня кто-нибудь слышит? Слышу. Отдай, рад тебя слышать. У нас возникла ситуация с грузом. Возникла ситуация? Так только в фильмах говорят. Так звучит, руки. Так вот, нам нужен этот груз. Вызываю координаты. Ладно, сделай. Первый груз. Осталось два, но будь осторожен. У меня. Отлично! А теперь доставь их вот сюда и поторопись! Thank you.
мой груз. Он будет доставлен по назначению. Спасибо. А кстати, что там? Чтобы донести слова Мина.
Сигнал не должен прерваться! Yeah.
Джай, я вычислил еще один центр пропаганды. Так что давай делай, что ты там обычно делаешь. Порви их. Лови координаты. Случайный вопрос. Биде используешь? Нет, правда, я знаю, ты носишь ты по всему керату. Задница. Прейд, наверное. И белье, небось, по трое суток не меняешь. Ну, некогда. Занятой человек, я все понимаю. Блин. Боюсь себе представить, что там у тебя в промежности творится. Нет, я серьезно. Небось, чешется все так, что на стенку лезешь, да? А чистая промежность — это очень важно для борьбы со злом. Вот же дерьмо, меня что, опять понесло, да? Ну, прости, друг. Ну и ты пойми же, ты же мне не чужой. Я переживаю, какую еду ты ешь, какой бумагой задницу вытираешь. Это важно, чувак. Так, закроем тему. Удачи там. Удачи тебе с пропагандой. Дедушка умирает. Хочет напоследок попробовать. Парень! Эй, эй, брат! Может, ты поможешь? Может. А в чем дело?
Я помогу. Последняя просьба умирающего — закон. Ты поможешь? Пиратские устрицы. И как же мне их добыть? Подскажи. Yeah.